Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И сегодня хочу поделиться с вами таким проектом, сайтом Binance Coin. Это можно назвать 3 в 1. Это и букс, это экран и майнер. Кто захочет, посмотрит, переведет на русский. Есть система уровней. И почитает информацию. Регистрация здесь, друзья, наипростейшая. Логин, имейл, пароль. Вводим капчу и входим по логину и паролю. На почту мне письмо не пришло. Попадаем на домашнюю страничку. Значит, на данный момент на этом сайте мы будем собирать криптомонетку BNB. У меня 196 монеток. Вот. В интернете полно информации о том, что этот сайт платежеспособный. Он все, ну, платит, выплачивает. Также здесь у нас на домашней страничке отображается наш логин. Вот здесь звезды и, как я уже сказала, система уровней. Значит, давайте пойдем все по порядку. Значит, наш баланс вывода. У нас есть здесь энергия, а энергия нам нужна. Здесь будут отображаться наш вывод. Домашняя страничка. Кликаем вот сюда. Есть кран. Букс, ПТС, АДС. Есть короткие ссылки. Аффервал. Вкладочка рефералы. И игры. Пойдем по порядку. Кран. Сбор 1 раз в 10 минут. И нам кран, вот здесь бонус что-то дает. Вот я не пойму, что он здесь дает. Вот эти 30%. Вот. Нам кран дает раз в 10 минут 76 вот этих сатоши BNB. Разгадываем капчу, друзья. Кликаем. Сайт меня очень заинтересовал. И, естественно, я с удовольствием зашла. Давайте дальше. Лодки. И нажимаем вот на оранжевую клейм. Все, монетки мне засчитались. На балансе у меня, как видим, отображается 272 Binance BNB Satoshi. Пошел вот здесь таймер. Вот. Также здесь нам за каждый сбор дают по одной энергии. Видим, да? Вот. Далее идем опять вот на эту вкладочку, жмем ПТС, АДС. Это легкий заработок на просмотре сайтов. Здесь нам дают по 65 вот этих сатоши BNB. Я просмотрела, сейчас вам покажу. И таймер здесь 10 секунд. Кликаем. Вот здесь идет отсчет таймера. Давайте обождем. И разгадаем капчу. Также разгадываем капчу. Кликаем. Машина. И на зеленую конфирм. Вкладочку. Все, это на это не обращаем внимания. Нам зачет. Возвращаемся. Все, вкладочку закрываем. Таким вот образом мы просматриваем серфинг. Далее короткие ссылки. Сами, если хотите, просматривайте. Здесь нам по 224 BNB вот этих сатош плюс одна энергия. Как я сказала, энергия нам нужна. Сейчас дойдем и до энергии. Далее.
Овервал. Здесь также можно просматривать серфинг и короткие ссылки. Вот здесь, друзья, сейчас вот это визит веб-сайт. Серфинг мы просматриваем. Вот, 8 секунд кликаем. Нас перебрасывают на страничку. Ждем, когда загрузится шкала. Давайте обождем. И вот такая здесь капча. Видим, да? Выбираем. Кликаем. Все, нам зачет. Зелененьким загорелось. Возвращаемся. Ну, здесь предостаточно серфинга. Далее. Ой, ребятки, обождите. Короткие ссылки. Это по желанию, если хотите, смотрите. Также сейчас вот это все загрузится. И здесь вот короткие ссылки. И одно видео. Вот 45. Так. А вот такая сумма нам дается. Также кликаем и просматриваем видео. 30 секунд. Нам зачитают монеты. Следующая вкладочка — рефералы. Находится наша партнерская ссылочка. И будут отображаться наши партнеры. Теперь идем в майнинг. Как я сказала, здесь есть экран. Я вам показала, да? И майнинг. Здесь есть майнинг, друзья. Значит, чтобы зарабатывать на майнинге, нам нужна вот эта вот уже энергия. Вот. Но мы можем, как видим, 5 энергий, 20, 100 энергий. Мы заработать также энергию можем. Кликаем майнинг. И вот здесь кран, где мы можем зарабатывать вот эту энергию. Так. Сейчас она загрузится. Разгадываем, друзья, вот эту капчу. У меня как бы 5 энергий было. На оранжевую вкладочку клейм. И мне плюс еще 5 энергии. Санечка перезагрузилась. Должны дать. Вроде как. И энергия зарабатывается. Можно зарабатывать каждые 2 минуты. Все. Не за счет зелененьким загорелось. Теперь иду в майнинг. Или по одной энергии. Нет, 5 энергии. Видим, да? У меня стало 10 вот этой энергии. Это можно все на кране делать, естественно. Значит, здесь у нас ГХС, у меня вот этих хэшповеров нет. И я могу сделать, как было. Смотрите, вот 5 энергии, да? У меня 10. Кликаю на 5. И вот у меня 1.53 вот этих КХС заработала. Вот она, моя мощность стала. И я еще могу за 5 монеток. Кликаю. Моя мощность уже, обратите внимание, увеличилась. И пока только насчитают, мне вот за это, за 10 энергии, будет плюс 37 Binance вот этих сатошиков. Они засчитаются, когда окончится вот этот таймер. Так что имеет смысл пособирать вот эти энергии и уже взять за 20 и за 100. Естественно, это все будет больше, как бы, хэш-повера вот этих мощности. Вот. Неплохо, да? И, естественно, у меня энергия как бы уже по нулям. Так.
По майнеру я вам сказала. Теперь идем в финансы. Вкладочка депозит. Если вы хотите рекламить свои проекты, пожалуйста, вот здесь вкладочка для рекламодателей. Изучаете. Я здесь этим не занимаюсь. Меня интересует вывод вам показать. Значит, этот сайт платит на FaucetPay. И минимум здесь, если как бы у меня, да, есть немножечко, я кликну. 1000 монет. И с таким сбором 1000 насобирать очень легко. Значит, теперь что? Нужно, идем в настройки, кликаем на оранжевую вот эту вкладочку. И здесь мы прописываем email адрес, ребятки, от FaucetPay. Не адрес Binance, а email адрес. Сюда прописали email адрес. Сюда мы вставили пароль, который указывали при регистрации. И кликаем сохранить. Адрес у нас сохраняется. И он уже автоматически здесь видим. Да, вот здесь уже все изменить нельзя. Он здесь отображается. И вывод только на FaucetPay от 1000 монет. И комиссии по нулям. Теперь перейдем на домашнюю страничку. И обратите на внимание. Значит, вот здесь звездочки. Звездочки нам нужны для того, это за активность. Я собрала, как бы, собираю, работаю на просмотре сайтов, на кранах, да, майнер. Это все активность. И у меня статистика 90 звезд. И у меня первый уровень. Когда я наберу 500 звезд, у меня уже будет следующий уровень. На данный момент у меня уровень номер 1. Где смотреть уровни? Кликаем на красные буковки. И, пожалуйста, смотрите, друзья. С 1 по 4 уровень звезд от 0, ну, округлим, да, до 2000. Как бы процент с крана по нулям. Лев программа 15%. С 5 по 9 уровень левел от 200 тысяч до 7000 у нас звезд должно быть. Значит, с крана 2%, реф программа 20%. И так далее смотрим по нарастающей. Согласитесь, неплохо. Вот. Это все за активность, как бы. Вот. Ну, вот такой вот букс. Кому интересно, работаем. Но неинтересно, друзья, пройдите мимо. Я считаю, неплохо дает. И минималку набрать, естественно, можно это все быстро сделать. Ну, а я же как наберу минималку, проверю его на вывод. И, естественно, я запишу по выводу видео. Всем удачи, больших заработков. Берегите, друзья, себя и своих близких. До новых встреч.